Его друг тяжело ранен, а где Виктор Коста, там и Сэм. Разгром на Гуаме, угроза новых терактов по всей Америке. Миру нужны ответы, мистер Фишер, а у меня их нет. Четвертому эшелону не найти их без лидера. Держись, Вик. Мне нужен один из людей Вика, без вопросов. Берите Чарли Коула. А с Гримсдоттер отправится один из лучших людей ЦРУ. Айзек Брикс. Грим? Ни за что. Она тоже была резко против. Увы, Сэм, так не пойдет. Она работает с вами лучше всех. Четвертый эшелон ждет вас, мистер Фишер. Вальтер пишет, что прошел конвикшн без убийств, оружием, наспор. Это круто, конечно. Проблема в том, что конвикшн сам по себе не очень хорош. Да, это первая миссия была. Все верно. Всем привет. Здравствуй, Миша. Нет. Удалось что-нибудь нарыть об этих инженерах? Пока нет. Брикс и наши агенты проверяют кое-какие наводки. А список? Американская свобода, американская кровь. Это теракты. У каждого свой срок. До американской жизни еще 5 дней. Время уходит. Мы просчитываем возможные цели их атаки. Пока расскажу про самолет. Военный транспортник-прототип? Его еще модифицировали. Оружие.